Лестер Сити встречается с Шеффилд Юнайтед. Много внимания к себе привлекает игра Джейми Варди. В каждом матче он заставляет восхищаться. Перед нами состав хозяев. Тренер выпустил всего одного нападающего. Ну и один в поле тоже воин, особенно с такой мощной группой атаки. На экране стартовый состав гостей. Итак, смотрим на тактическую схему команды. И отметим, что тренер решил сыграть все-таки от обороны. Перед нами состав хозяев. Тренер выпустил всего одного нападающего. Ну и один в поле тоже воин, особенно с такой мощной группой атаки. На экране стартовый состав гостей. Итак, смотрим на тактическую схему команды. И отметим, что тренер решил сыграть все-таки от обороны. Первый тайм начался. Перед нами состав хозяев. Тренер выпустил всего одного нападающего. Ну и один в поле тоже воин, особенно с такой мощной группой атаки. На экране стартовый состав гостей. Итак, смотрим на тактическую схему команды. И отметим, что тренер решил сыграть все-таки от обороны. Первый тайм начался. Перед нами состав хозяев. Тренер выпустил всего одного нападающего. Ну и один в поле тоже воин, особенно с такой мощной группой атаки. На экране стартовый состав гостей. Итак, смотрим на тактическую схему команды. И отметим, что тренер решил сыграть все-таки от обороны. Первый тайм начался. Перед нами состав хозяев. Тренер выпустил всего одного нападающего. Ну и один в поле тоже воин, особенно с такой мощной группой атаки. На экране стартовый состав гостей. Итак, смотрим на тактическую схему команды. И отметим, что тренер решил сыграть все-таки от обороны. Первый тайм начался. Джереми Грей. Бен Чилвелл. Ониен Диди. Джейми Варди. Ибор. Перейра. Марк Олбрайтон. Долго держит мяч команда, но пора как-то обострять. Ищет. Перед нами состав хозяев. Тренер выпустил всего одного нападающего. Ну и один в поле тоже воин, особенно с такой мощной группой атаки. На экране стартовый состав гостей. Итак, смотрим на тактическую схему команды. И отметим, что тренер решил сыграть все-таки от обороны. Первый тайм начался. Перед нами состав хозяев. Тренер выпустил всего одного нападающего. Ну и один в поле тоже воин, особенно с такой мощной группой атаки.
На экране стартовый состав гостей. Итак, смотрим на тактическую схему команды. И отметим, что тренер решил сыграть все-таки от обороны. Первый тайм начался. Перед нами состав хозяев. Тренер выпустил всего одного нападающего. Ну и